Школьники, студенты, профессиональные атлеты, спортсмены-любители и сотрудники Сбербанка. Каждый сегодня готов побороться за главные призы. Принять участие в большом городском забеге пришли несколько сотен шимкенцев. Я сегодня привел своих учеников. Они у меня занимаются плаванием. Я им дал задачу выиграть велосипед. Кто первый прибежит, тот выиграет велосипед. Вот мы все собрались сегодня на это мероприятие. Спасибо Сбербанку за такое мероприятие. Организаторы марафона дают старт, и бегуны мчатся по прямой. Дистанция 4 километра. От улицы Желтоксан-Пакунаева до фитнес-центра Royal Club. Такой массовый и спортивный праздник организовал городской филиал дочернего банка «Сбербанк». Забег под названием «Зеленый марафон Сбербанка» проводится параллельно в 10 городах Казахстана и 40 городах России. Как отмечают организаторы, подобные состязания в Шымкенте стали ежегодными. В этом году больше людей было, однозначно. Мы приглашали людей через социальные сети, очень много людей поддержало, приняло участие. Поэтому надеемся, что в следующем году еще больше людей будет принимать участие. Очень хорошее мероприятие. Участники марафона уже близки к финишу. Первым заветную черту пересекает шимкентский легкоатлет Сабыржан Косак. Трасса очень хорошая, на подъем Кунаева, и вообще самая шикарная улица у нас в Шымкенте. Соревнования узнал через свою подругу, она является президентом Федерации легкоатлетики в области. И вот узнал, пришел, зарегистрировался, встал, выиграл. Ну, спасибо организаторам этих соревнований, классные соревнования. Почаще бы от их соревнований. Подарочный сертификат. За победу в зеленом марафоне 21-летнему спортсмену организаторы вручают спортивный велосипед и подарочный гостевой сертификат в элитный фитнес-клуб. Подобные призы получили еще 6 бегунов в различных номинациях. Среди них и сотрудники Сбербанка.